Напомню, полицейские изъяли крупную партию 35 поддельных банкнот номиналом в 5000 рублей прямо у дома распространителя. Как сегодня рассказали в наркоконтроле, вывел оперативников на фальшивомонетчика наркодилер. Силовики остановили автомобиль, в котором обнаружили крупную партию наркотиков более 400 граммов. У нас 6 кусков прессованного вещества темно-коричневого цвета, гашиш. Средняя масса, вот можно один взвесить, посмотреть на лабораторных весах. 5,42 грамма. Здесь без малого 1000 условных доз. Владельцем товара оказался 28-летний абаканец. Наркополицейским он знаком с 2007 года. Молодой человек, ранее судимый, неоднократно. По статьям 228 незаконное хранение, кража 158 и 161 статья Уголовного кодекса грабеж. Кроме наркотических средств в машине было обнаружено 3 пневматических пистолета и купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Информацию о фальшивке наркополиция передала в отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Сам задержанный рассказал, у кого приобрел поддельный билет госзнака. И в квартире у продавца полицейские изъяли крупную партию. Фальшивомонетчику грозит до 8 лет лишения свободы. Наркодилеру до 20 лет.